Сотрудники Минцифры Дагестана приняли участие в акции «IT-донор». Она проходит в эти дни по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Принять участие может каждый. Нужно зарегистрироваться на сайте itdonor.club и сдать кровь в ближайшем пункте приема вашего города. Это социальный проект, который привлек более 650 IT-компаний и более 25 региональных министерств цифрового развития, сообщают организаторы акции. За 3 года айтишники сдали 720 литров крови. Это спасло 3200 жизней. Министр цифры Дагестана Юрий Гамзатов призывает IT-сообщество республики принять участие в социальном проекте и стать IT-донором. Акция завершится 7 июня.